Всем привет! С вами снова я, Кананец Оксана. Как говорится в одной восточной поговорке, глаза – зеркало души. И сегодня я хочу поговорить о стрелках. Накрасить стрелки можно разными способами. Можно как и тенями, так же и подводкой, и карандашом. Для того, чтобы выполнить стрелку карандашом, я беру кисть скошенную. Можно также, у кого есть, взять тоненькую кисточку. Стрелки, выполненные тенями, самый оптимальный вариант для того, кто спешит куда-то. Следующий метод, которым можно выполнить стрелку, это подводка. Я взяла себе подводку карандашом. Для меня это очень удобно. Итак, этот метод подведением глаза подводкой тоже очень быстрый, но я посоветую это для девушек, у которых уже рука набита, кто ровно рисует стрелки, потому что исправить потом уже будет крайне тяжело. И самый последний метод – это подвести карандашом глаза. Очень важный момент – прокрашивать каждую стрелку вдоль ресниц максимально близко, чтобы не было проблем. С вами была я, Кананец Оксана. До новых встреч!